сегодня в Москве прошел 12-й съезд общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В работе съезда принял участие глава Чувашии. Вот как он прокомментировал прошедший форум. Потому что здесь участвуют все регионы Российской Федерации. Во-вторых, участвуют достойные, состоятельные предприниматели Российской Федерации, которые смогли самореализоваться, идя на определенные риски, беря на себя огромную ответственность, создавали тысячи и тысячи рабочих мест. Вот предприниматели на пленарной части, которые задавали президенту Российской Федерации вопросы, где-то 15 тысяч человек работает, где-то 7 тысяч человек работает. То есть эти рабочие места, они на сегодняшний день отличаются по высокопроизводительности. То есть это высокотехнологичные рабочие места в новых современных инновационных предприятиях, которые сегодня свою продукцию продают на экспорт. Тем самым, о чем я хочу сказать, в этой конкурентной среде предприниматели Чувашской Республики, которые сюда приехали, тоже работают эффективно. Мы государственную свою позицию обозначили, пошагово идем, создавая благоприятную среду для наших предпринимателей, для тех инвесторов, которые хотят приехать.